Уважаемые друзья, завершилась большая избирательная кампания, и сейчас вся команда Псковского яблока говорит огромное спасибо людям, без которых эта кампания не могла бы ни состояться, ни быть успешной. Эти люди – жертвователи Псковского яблока. Друзья, вас уже почти 1000 человек, более чем в 60 регионов России. Вы – часть нашей большой команды. С вашей помощью мы смогли провести труднейшие избирательные кампании, и эти выборы оказались результативными. В Псковской области избраны 3 главы района прямым голосованием избирателей от партии «Яблоко». И теперь у нас 5 глав районов, избранных от партии, и такого нет больше ни в одном регионе России. Впервые в нашей истории избран депутат-одномандатник в Псковском областном собрании депутатов, избран депутат в Дновском районном собрании, также в одномандатном округе. Другие наши кандидаты показали очень хорошие результаты и были близки к победе, но, к сожалению, не хватило. Где-то сил, где-то умения. Но так или иначе, с вашей помощью мы смогли сделать почти невозможное. Впервые в истории Псковского яблока 2/3 избирательных фондов кандидатов сформированы жертвователями. Мы потратили на выборы 15 кандидатов 4 миллиона 588 тысяч рублей. И из них 3 миллиона 88 тысяч, то есть почти 64% – это деньги жертвователей. Такого не было никогда. Вы совершили просто чудо, и в это мало кто верил. Мы верили, и вы верили, потому что вы перечисляли нам деньги и верили в наши силы и нашу победу. И то, что случилось, то, что произошло в Псковской области на этих выборах, это наша общая победа, это победа каждого из вас, это победа всего российского гражданского общества. Огромное вам спасибо. Поддерживайте нашу команду. Нам необходимо дальше идти вместе с вами к новым достижениям, к новым успехам. И успех 2019 года будет согревать наши сердца и придавать нам силы.